Не-не-не, ты это самое, знаешь, что не показывай, вдруг отляришь, чтобы не увидела. А, хорошо. Ой, как красиво. Слушай, бар у тебя тут сладкое. Вообще. Очень красиво вот это вот у тебя. Да. Да, и мне еще, знаешь, что нравится? Вот кухня, что она такая полукругом. Ага. Прям класс. Барная стоечка. Вообще. Это как бы кухня, ну, так одна. Да, да, да. Прям класс. Очень уютно так, вообще класс. И это же из каждой страны, где ты побывала, да? Да, да, да. Сувениры. Вот, видишь, они все. Посмотрите, это сколько. Это золото из Перу. Видишь? Ого. Да. Вот это вот все сувениры из разных стран. Да. Это так уютно. А вон эти самые. Вот самое главное. Смотрите, какая красота. Здесь тоже красота. Божечки. Вот, это куклы со всех этих народов мира. Обалдеть. Вот как надо хранить ожерелье. Это я поднимаю дерево. Красота. Вот это да. Это куклы тоже из разных стран? Куклы, да, представители всех народов мира. Посмотрите, какой, какая коллекция. Обалдеть. Это, а это из янтаря? Или это стекло? Да, да. Это да, янтарь, да? Да. Очень красиво. Да. Серьезно, Маринка, Олег, сколько лет собирала? Да вот сколько летаю, столько собираю. Ну, короче, много лет, да? Здесь я как бы и Перу, Китай, Камбоджа, ну все, где... Угу. Я чужие подарки такие не принимаю, это только то, что сама. Сама покупаешь, да? Я не люблю, когда, допустим, мне подарили какую-то куклу, я ее такую не принимаю. Это наш уголок такой, видишь, супружество. Супружеский. Это Влад мне на 25 лет подарил. А это, наверное, для тех, кто говорит, что ты это замуж вышла поздно. Я поздно? Да, сколько тут лет? Здесь 25 лет. 25 лет. Нет, я имею в виду, эту фотографию сделана. Нас в день свадьбы 21 год мне был. Марина красотка. А так это сделали... Марина, тут интересуется, а кто вытирает пыль? Кто-кто? Уборщица кто? Уборщица вытирает. На то мы и учились, чтобы уборщицы да. Теперь были. А это вот монетки, видишь, коллекционные из Англии. И наши года, 66-67, видишь? Да, вижу. Вот. Это вот Мариночка такая ваша. Вот такая. А это Мариночка, да. Вот такая, она могла бы быть... Ну, бывает, я имею в виду. Королева. Знаете, у меня просто, у нас была просто общая знакомая, была, и доброжелатель, которая мне про Марину рассказывала, что она там живет с Альфонсом, какую-то фигню такую рассказывала. Я в итоге, когда с Мариной... Я с мужем 17 да, лет. Да, а Марина мне говорит, я с мужем 17 лет. Вот так вот про слухи, да? Вот распускают слухи про людей, а оказывается, все не так. Все-таки правильно судить о человеке именно тогда, когда... Журнал, то ли... из телепередачи. Из телепередачи мне сказали... Вы знаете, мы хотим пригласить вас на передачу. Вот здесь вот передача посвящена там определенной теме. Я говорю, а я при чем? Как при чем? Мы в интернете прочитали, что это вот вы такое делали. Я говорю, серьезно? Ну так в интернете много чего написано. Там было написано, что я бабушку убила, и что теперь? Короче, ужас, конечно. А вы чай или кофе? Мне кофе. Кофе только такой же творимый. Все равно, да, все равно. Кофе, кофе. Так что мы Марину помним с Иванова на Гелендвагене. Она это и есть. Теперь еще и Бентли дочери да, купили. Вот она Бентли дочери купила. А, да, это мы, да. Бабушки на гелике. Волосы красивые. Это я вот не Олежка подарила утюжок. Я сегодня быстренько что-то там... соорудила, но очень спешила, поэтому так, не очень аккуратно. Но как-нибудь сделаю обязательно хорошую прическу при помощи этого утюжка.
кофе, не знаю, какой. Вы первый раз у подруги в доме, что так удивляетесь? Нет, я не первый раз, просто у подруги это не одна квартира. Поэтому здесь я была здесь уже. Сейчас никто не живет. Здесь поэтому... никто сейчас не живет. Вот, а так, я надеюсь, мы на Кипре еще квартиру твою обставим как следует. Так, ну что, ладненько. Давайте мы будем пить чай, праздновать мой день рождения, продолжается. Потом мы с Маришкой поедем к врачу, поскольку мы на пенсии практически, и нам надо по врачам иногда ездить. Все, всем пока.